сюди ще є милих мам, причому як мама женихатика, маму невести. Милої мами, не забудьте взяти з собою свої добрі пожелання. Давайте поприєднуємо маму, уважаємо гості, мені большой праздник. Сейчас в руках у мам будут располагаться две горящие свечи. Все мы знаем, что огонь — это не просто огонь, огонь — это символ жизни. Мамы, давая жизнь своим детям некоторое время тому назад, может быть, не подозревали, что именно сегодня две жизни нужно соединить в одну, зажечь семейный очаг своих детей. Но сперва дать напутствие. Напутствие сперва от мамы жениха, далее от мамы невесты, и после этого два маленьких огонечка соединятся в один семейный очаг. Поэтому попросим молодоженов взять семейный очаг, поднос, на котором очаг располагается, а мама возьмет горящие свечи. Прошу. Итак, молодые встанут лицом к гостям, мамы также. Так слова будут славлять.